Мы находимся возле водопада Skogafoss. Здесь гуляет ветер, капли брызги летят просто во все стороны. Вот здесь вот радуга. Хотели полетать здесь на дроне. При входе сюда висит знак All drones are forbidden, то есть никаких полетов над или рядом с этим местом. Китайцы пытались запустить. Прямо перед нами какой-то вьетнамец или китаец запустил Mavic. Полетал, наверное, минут 5, и исландец, это был точно исландец, потому что он был высокий, у него была борода, голубые глаза, сам светлый. С хорошим английским подошел к этому человеку, сказал, что здесь запрещено летать, и не мог бы ты просто убрать этот дрон. Это просто говорит о том, что как народ относится к законам, к природе своей страны. А сейчас мы пойдем по вот этой вот горе, поднимемся на самый верх. В общем, наша Исландия продолжается. Мы забираемся на гору по беспредельному миру. Сколько тебе времени? Время сейчас без 15:10. Холодает? Да. Ну, сегодня была отличная погода. Мы добрались до Черного пляжа. Посмотрите, какая красота. Атлантический океан. Тут порядком прохладненько, зябко. Сейчас удастся подобраться близко к атлантическому тупику. Будет просто очень чудесный кадр. Приезжайте в Исландию. Thank you.